сегодня у нас очень такой приятный день. Наконец случилось вот это событие. И, конечно же, это очень большое значение имеет для безопасности вот и жителей, особенно студентов, которые здесь тысячами в течение дня переходят, так сказать, вот эту трассу. И я хотел бы поблагодарить, конечно, руководство Москвы, прежде всего мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина. Именно он принимал решение о строительстве. Если бы он его не принял, то, наверное, мы бы еще долго бы мечтали об этом. Я хотел поблагодарить строителей, которые, как всегда, строили, строили и, наконец, построили. И я хотел бы поблагодарить и жителей, и студентов за терпение, за понимание, за вот такое отношение к вот этому месту. Так что я хочу пожелать всем свободно ходить через Ярославское шоссе, безопасно, комфортно и с Богом. По подземному переходу. По подземному спасибо. Переходу. Все, спасибо. Можно проходить.